Наш район славится достижениями в спорте, культуре и образовании. Учителя и ученики из школ района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах не только краевого, но и всероссийского уровней. Герои нашего следующего сюжета – победители всероссийских конкурсов в области образования и науки. С подробностями наши корреспонденты. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. Мне сегодня исполнилось 15 лет. Я стала очень худенькая. Мои глаза ввалились, косички меня стригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. Это фрагмент из письма 15-летней девочки Кати Сусаниной в годы Великой Отечественной войны. Она была захвачена в плен фашистами. Это и многие другие письма Наталья Лях, ученица 18-й школы, использовала в своей работе на Всероссийском молодежном форуме ЮНЭКО по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности. Она победила в этом конкурсе, представив работу «Фронтовой треугольник», в которой провела лингвистический анализ писем участников войны. Признается, когда была совсем маленькая, уже знала, что членов ее семьи коснулась война. Эта работа, как дань памяти, зародилась благодаря им. Ее прабабушка была военным хирургом. Она спасла тысячи жизней, а прадедушка прошел войну до самого Берлина. Еще в самом раннем детстве я осознавала силу их мужества, отваги и любви к родине. И я думаю, что это они привели мне интерес к военным фильмам, стендам в музее и письмам. Наталья считает выбранную ею тему актуальной. Скорее всего, нынешнее поколение – последнее, кто живет рядом с оставшимися в живых ветеранами Великой Отечественной войны. И может из первых уст услышать их воспоминания. Ведь с каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше. Поэтому сейчас, говорит Наталья Лях, нужно как можно больше рассказывать о тех, благодаря кому мы живем в мирное время. В своей работе она использовала более 300 фронтовых писем, изучила выразительные средства языка, провела полный их анализ. Изучала письма, которые были представлены в музее, письма моих одноклассников, сверстников, письма также, которые мы находили в книгах, специально в том собраниях писем. Больше всего мне интересна была книга «Герои терпения». Там собраны письма многочисленные и письма как простых людей, так и высших офицеров. Наталья Лях была награждена дипломом за победу в заключительном туре конкурса наивысшей наградой – нагрудным знаком ЮНЭКО. Перед тем, как попасть на этот конкурс, Наталья и другие участники из разных районов прошли серьезный отбор в несколько этапов. Конечно, все заслуги, признается девушка, были бы невозможны без поддержки ее руководителя. Самые лучшие участники края были отправлены на федеральный конкурс в Москву. Когда получили приглашение, конечно, стали собираться. Край нам помог, оплатил и участие в конкурсе, и проездные билеты. Мы летели на самолете. Некоторые дети первый раз побывали в Москве. Было все очень здорово. Дети были и в Кремле. Ну а сам конкурс проходит при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами президента Российской Федерации, Роскосмос и многие другие такие серьезные представительные организации. Педагоги района не только являются наставниками своих учеников, помогая им добиваться высокого признания, но и сами не раз доказывали свой высокий профессионализм. Учитель ОБЖ и физкультуры из 16-й школы победил во всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», проводимый Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Юрий Емяшев представил разработку урока по основам безопасности жизнедеятельности под названием «Памяти поколениям. Дни воинской славы России». Его урок был направлен на воспитание у школьников чувства патриотизма. В основном работают дети. В общем, скажем так, на уроке работать дети должны. То есть они думать, какие-то высказывания, какие-то делать сообщения, презентации и так далее. Вот в таком ключе был разработан урок. Дети делали презентации. Он не один, он как бы продолжение следующих уроков, то есть те, которые мы проводили ранее. И вот он как бы обобщающий, заключительный урок других уроков. В этом же конкурсе второе место заняла Татьяна Капинос, учитель истории и обществознания школы номер 17. На ее уроке учитель – главный проводник в мир знаний. На конкурсе это было главным требованием. По сегодняшним нынешним стандартам, федеральный стандарт, образовательный стандарт, вот это основное требование.
Мы все, вот я знаю учителя в нашей школе, они тоже стремятся и стараются разрабатывать урок именно по этой схеме. Но так получилось, что именно мой урок оказался, был выбран из всех и отправлен на конкурс. Тема урока, которую разработала Татьяна Капинос – экономическая культура. В него входил материал, касающийся бюджета семьи. В этом уроке каждый ребенок должен был представить себя в качестве главы семьи, научиться считать расходы и доходы. Экономически культурный человек – это тот не только, который знает экономику в теории, а тот, который на практике может использовать свои знания. Учебный год только достиг своего экватора, а Союз учителей и учеников уже радует своими победами. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».